Друзья, всем привет! С вами Санек. И сегодня такой вот коротенький, коротесенький видосик про то, как я использую обычные медицинские шприцы. Эти на данный момент 10 миллилитров. Нет, по вене бахаться никто сегодня не будет. Как-то так. В общем, в мастерской это мега необходимая штукенция. Сами знаете, да, что можно сюда набрать либо тормозуху, либо масло. А сейчас я покажу, что я еще набираю в эти шприцы для того, чтобы было мне комфортно работать в мастерской. Кому интересно, ребят, палец вверх, комментарий, подписочка, кто не подписан. А мы продолжаем. Так, мужики, ну что, распечатываем, как говорится. Это нам нужна будет частично, часть. А это вот, понятное дело, да? И что сюда еще можно набрать? Элементарно просто. Солидол. Конечно, да, вопросов нет. Есть тавотницы вот такого плана. Есть тавотницы вот такого плана. Есть даже вот у меня тавотницы вот такого плана. Но они не всегда нужны, не всегда ими удобно работать. И где-то нужно помазать солидольчик, да? То есть тупо достаем, забиваем солидол. Сейчас я покажу. И в каком количестве надо, в таком количестве мы его и добавляем. Вот как-то так. Ну и, как говорится, покажу на деле. Как говорится, ведро солидола, негрола, да чего угодно. Просто берем, мужики, и набиваем. Набиваем слегка. Столько, сколько нужно. Достаточно, я думаю. Лишнее оботру. И смотрите. Видно, да? Где-то нужно что-то помазать. Винтик, болтик. Я руки даже не вымазываю. Я просто вот шприцом поводил. И все. Это один из моментов. Да, кстати, мужики, надо же сделать сюда заглушку, так сказать. Вот та же самая иголка, да? Разбираем иголку, достаем вот таким образом. Вот этот наконечник берем просто зажигалочкой и подплавляем его. Подплавляем. Вот. Он расплавился. И все. Ждем, пока засохнет, застынет, я не знаю. Вот так. Так сказать, колпачок. Опа. Все. Готово. Это один момент. Мужики, знаете, что это? Кто знает? Ну, конечно же, это герметик. Это герметик, и некоторые, я не знаю, как его используют. Ну, в основном, да, откручивают там, ставят вот этот вот колпак, который вот я даже его еще даже не обрезал с завода. Он у меня целый. Выдавливают там, размазывают прокладки, да, прокладочный материал. Но тем не менее, смотрите, что можно сделать. Точнее, я применяю этот способ давным-давно.
мужики, вот оно, решение. Также колпачок заплавленный. Конечно, засаженный у меня. Но ничего страшного. Элементарно все просто. Смотрите. Покажу на примере нового шприца. Вот так клац. Вот так клац. И вот так вот, мужики. Задавливаю. Вставляю. Давление создалось. Все очень просто. Все элементарно просто. Ну, конечно, все так делают. Но я вот почему-то именно я все эти вещи показываю. Все. Заправляю кончик. Все, сейчас застынет. Так сказать. О, поровнее. И прилип. Все, это, а это выкидываем. У кого-то может сердце кровью обливается, да, при виде иголки. Ну, я это выкидываю. Вот, друзья, смотрите, элементарно все просто. Не нужно вот этот тюбик теребить, жирненько, так сказать, намазывать там все дела. Прокладочный материал. Очень тоненько ложит. При этом не вымазываются ни руки, ничего. Просто. Элементарно просто. А чтобы не пересыхало, ставим колпачок. Вот такие вот дела. Вот этому тюбику, я не знаю, когда я коробку последний раз собирал, но, как так сказать, все работает. Удобно. Очень удобно. Поэтому, мужики, способов применения вот этим вещам просто тьма тьмущая. Вы не поверите. Не забывайте оценить видос, кому было полезно. А те, кто просто так, ребят, лучше ничего не пишите. Ну, это будет правильнее. Или правильнее. Учителя русского языка меня поправят. А, кстати, да. Ёлки-палки. Вот так будет правильнее. Или правильнее.